Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Анжелика. Мне 26 лет. Я из города Минск, из Белоруссии. Хочу вам показать небольшие нарезочки из моих тренировок. Физкульт-привет, друзья и ученики. Сегодня очередное видео на конкурс. Вы тоже не упустите свою возможность. Снимите подобный ролик, пришлите его мне на почту, и вы тоже получите доступ совершенно бесплатно в мою закрытую группу тренинга по периодизации, основанном на циклировании различного типа мышечного волокна. Нас там уже 175 человек и ни одного недовольного. Не упусти и ты шанс тренироваться грамотно, не тратя на это никакого времени на изучение и лишних денег на тренеров. К тому же сейчас очень много псевдо-тренеров, и вы можете тратить свое время и деньги впустую. Снимайте ролики, присылайте их мне на почту и получайте доступ бесплатно к грамотным тренировкам. В тренажерном зале занимаюсь я, можно сказать, давно. Но именно мои тренировки поменялись за последний год, благодаря вам, Егор, когда я наткнулась на ваш канал. Это оказался очень информативный для меня и полезный канал. Я никогда не задумывалась о многих вещах, которые вы доносите людям. Действительно бесценная информация и знания, которые вы даете, просто мотивируют и... Мне такие люди восхищают, как вы, что вы так бесценно все преподносите нам, и видно, что это от сердца, и благословил вас Бог, что вы такой у нас есть. Наставник, можно считать. Вот, так что я пересмотрела свои тренировки, питание, и я очень этому рада, и сразу увидела изменения, поэтому... Спасибо вам огромное, Егор, благодаря вам многие люди, которые увлекаются, занимаются спортом, добьются больших результатов и будут приобретать только новые, хорошие, качественные знания и качественные тела. Я надеюсь, что мое видео вам понравится, и не судите меня строго. Это лишь небольшая часть моих тренировок, нарезочки такие небольшие, поэтому... Приятного вам просмотра, и после просмотра этого видео всем бегом на тренировочку, потому что каждая тренировка делает нас только лучше и сильнее. Примерно одинаково. Ты ходишь за мной. Я не использовал.
слушай.
Если ты еще не успел снять свой ролик, не переживай. Парень ты или девушка, снимай свою тренировку. Лучше, конечно, если это будет тестовая тренировка. Присылай ее мне на почту. Единственное условие, снимай качественный ролик, не вертикальное видео, только горизонтальное, чтобы в кадре было интересно вас смотреть, наблюдать, чтобы качественный получился ролик, чтобы вас было интересно смотреть. И, естественно, расскажите о себе, расскажите о своем подходе к тренингу, расскажите о том, какие мои советы вам помогли, если помогли, и расскажите о негативном опыте от моих советов, если, не дай бог, такие есть. Каждый, кто пришлет ролик о своих тренировках, каждый, кто сделает его качественно, получит совершенно бесплатно, повторяюсь, доступ в закрытую группу тренировок, где на каждую новую неделю выкладываются тренировки отдельно для парней, отдельно для девчонок, по принципу периодизации различного типа мышечного волокна. И вы уже больше никогда не будете безграмотно тренироваться, тратить свое время и деньги впустую, работая неизвестно с кем, неизвестно по каким программам. Присылайте ваши видеоролики вот сюда на почту. Жду ваши видео. Обязательно, друзья, ставьте лайки и пишите, если вам что-то понравилось. Ставьте дизлайк и обязательно пишите, что вам не понравилось. Лучшая благодарность для меня и для канала – это сделать репост данного ролика или любой моей статьи у себя в соцсетях. Всем счастливо, сухой мышечной массы и увидимся в тренажерном зале.